Канун Дня защиты детей в средней школе номер 20 поселка Центральный прошел благотворительный концерт «Наши звездочки». Инициаторами праздника выступили депутаты Александр Маковеев и Ольга Трубина. На этом мероприятии провели ярмарку кондитерских изделий, изготовленных руками учеников и родителей. А после школьники всех возрастов продемонстрировали свои таланты гостям, пели и танцевали. Так случилось, что на протяжении нескольких лет проводятся такие акции в помощь школе. Перед концертом мы устраиваем ярмарку, продажу домашней выпечки. Деньги, вырученные от этой продажи, идут на благоустройство школьного двора, потому что это необходимая часть духовного воспитания наших учащихся. Ребята показывают свои таланты, умения. Я хочу сказать большое спасибо всем участникам нашего праздника, всем нашим ребятам, которые активно поучаствовали в этом конкурсе, откликнулись на призыв о том, что нужно развивать наши таланты и умения. От праздника получили не только положительные эмоции, но и хорошие финансовые результаты. Заработали 3850 рублей. Дальше с прошлого года осталось 3000. У нас точно так же была благотворительная ярмарка. Все эти деньги пойдут на благоустройство школьного двора. Депутаты помогли организовать этот праздник. В помощь школе они внесли благотворительный вклад. Как депутат центрального поселения и от лица депутата поселения Белогледского Александра Маковеева, мы вручаем школе небольшой приз 10 тысяч рублей на озеленение вашей территории, чтобы ваша школа была лучшая школа в районе. Ребята с энтузиазмом подошли к данному мероприятию. Им всем нравится участвовать. Деньги собираем ежегодно на ремонт школы, на обустройство школы. В том году мы деньги потратили на спортивный инвентарь школы. В этом году решили родительским комитетом и педагогическим комитетом, что деньги, собранные в данном мероприятии, пойдут на благоустройство школы. По возможности я сама помогаю, и помогает тоже выпускник нашей школы, депутат Белогледского центрального поселения Маковеев Александр. Всегда стараемся откликнуться на помощь нашей школе в любых вопросах. Эти мероприятия, благодаря депутатскому активу, стали традиционными. Что думают сами участники благотворительной акции концерта? Спросим об эту ученицу 11 класса. С нетерпением ждем этот праздник каждый год. Уже проходит 3 года подряд этот праздник, «Наши звездочки» концерт. Мы с нетерпением постоянно ждем. Это очень трепетно, волнительно. Ждем выступлений, готовим разные номера, и танцы, и песни, и всякие постановки, сценки. Также мы постоянно готовим, печем. На вырученные деньги мы облагораживаем участок нашей школы, покупаем либо аппаратуру, либо какие-нибудь озеленяем наш участок. Мы постоянно очень ждем концерты, мы очень часто участвуем в различных конкурсах, проводятся разные концерты, нам постоянно помогает ООО «Янтарная» в лице Турбина Ольги Владимировны. Это очень обширные масштабные праздники, очень красивые, все получается всегда очень здорово, и это всегда праздник очень ответственный получается, очень замечательный. Родители также не скрывали своих эмоций. Хочется сказать стихами. В этот день так ярко светит солнце, цветы под ноги стелятся ковром. Все, что произошло сегодня в 20-й школе, называется добром. У нас очень хорошие детки, хорошо выступали, нам очень всем понравилось. Молодцы гости, что поддержали их аплодисментами, не бросили их в такую минуту. Видно было, конечно, их волнение, но тем не менее все прошло, мне кажется, на высшем уровне. Отдельное спасибо, конечно, нашим депутатам Ольге Владимировне Турбиной и Александру Владимировичу Маковееву за то, что они поддержали. Конечно, тяжело сейчас школам, это понятное дело, но они молодцы, всегда поддерживают эту школу. Дай Бог им здоровья и дальше материального процветания, чтобы дальше помогали.
Воспитание детей, взаимодействие с молодежью – это главная задача каждого из нас. Так считают депутаты. В наших силах, говорят они, привить детям стремление к лучшей жизни, быть активными, творчески развиваться и не останавливаться на достигнутом.